всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Дюма Покемон, Серега и Кэтмакс. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Resident Evil 2, чтобы немножко хайпануть. Димочек, поздоровайся. Всем привет. Раз карта крутая, если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давайте, все, погнали. Так. Что, Димас, тут будем исследовать ее, да? Конечно, получается. Будем исследовать, изучать, детей радовать и пугать. А, как сказал. Ага, правильно сказал, да, четко. Это ты столько ламп так поставил, не поленился? Да, не поленился, лампы поставил, чтобы светло было нам идти. Оп, оп. А, ты поудалял, да, все? Смотри назад. Я вижу. Псих. Все лампочки поудалял. Пацаны взяли оружие, может мне оружие взять? А ну стой, Димончик. А что здесь, аниматроники водятся, Димас, что ли? Да тут, наверное, все гадости, хорошие и плохие. Подожди, нам сюда? Нам наверх. Ладно. Наверх нам сюда, Димон. Я помню по... Ого. Я помню еще по игре. Ух ты, круто. Может что-то... О! Видел, я на комп нажал и тут... Сработало. Open Aces. Открылось. Аниматроник пришел. Аниматроник. Может это кнопку ты нажал? Вот, смотри, вот, видишь доски тут? Да. Их можно, кстати, поломать. Они ломали эти доски? Они пролазили здесь, а мы бежали. Чика! Лата! Чиколата! Так, давай дальше. А, блин, очень напоминает игрушку. Круто. Так, я еще помню миссию, мы проходили с тобой с вертолетом полдня, блин. Было классно. Ах ты ла! О! Кэтмакс, ты был хорошим человеком. Нашего человека убили. Опа, еще Фокси появился. Все. Закрыто. Все дела. Ах ты, блин, испугал меня, Кэтмакс, блин. Че ж ты черный на лице, блин. Это мы как уже проходим, Димас, правильно? Давай наверх. Давай. Ползи, Димас. Не спешите, Димон, не спешите. А че здесь полицейский? Сейчас самое интересное, пропустим. Бенди, чё с ним делают, блин, все ребята со всех миров? На, есть АВПхи. Не, ну это не АВП, конечно. Блин, а у меня пушки нет, давайте я тоже что-то возьму. Бери, Дима, на если возьму что-нибудь повеселее. Ой, Дима, смотри, чё я какую себе пушку модную взял. Сейчас. Классная, Дима, пушка у меня. А у меня? Смотри, у меня... Такая хрень, блин. Димон, видел? Там Чика была. Где? Была. Не, я пока никого. Все, идем дальше. Не вижу. Закрыто? Вот, я, наверное, сейчас буду от третьего до сюда, чтобы не видно. Да? Во. Димон, тебе трупейшн принесли. Кабок исследует таинственный мир. Димон, ты пэхник себе? Сейчас. Так, я испугался. Так, нам что-то надо было здесь делать. Давай спустимся вниз. Пошли. А, то может вот эту дверь разбить? Я уже проверял. И сломать. О! Че? Ништяк. Смотри, Димас, дальше тут можно пройти. Иди сюда. О! Видел? Прикол. Крутая штука. Ломай. Давайте просто. Ты поломал игру всю. Блин, четко. На тебе, будешь лазить там, где под коробками. Димас, бей эту говняшку. Но! Димон, что у тебя за читерское оружие такое крутое? Это не у меня. Я с монтировкой делаю. А, монтировщик. Так, где дверь открыта? Дядя Мас, вообще ирорка в руках, офигенно. Ладно, не буду брать ирорку в руках, понял? Так, это мы в штабе находимся. Здесь командиры полицейский участок. Здесь командиры собираются обсуждать, сколько пончиков в день съели, Димас. Ага, подсчитывают. Ломаем компьютеры. О, не ломаются, Димон! Смотри, с компьютера выпадает запчасти. Жёсткий. Блок питания выпал. Нам видеокарта. Какой-то взаимодействовать с каким-то компом. Офигеть, тут все выпадает. Охлаждение. Правильно? Нам надо взаимодействовать с чем-то. Ищем.
А мы могли поломать, с чем надо взаимодействовать? Не, это мы не поломаем. Никогда. Ну нету. Тут явно не с чем взаимодействовать, Димас. Тут вообще ничего нету. А, значок полиции взял он. Все, значит, мы являемся теперь полицейскими, шерифом. Все, идем, шериф. О! С одного удара? У меня 4 хп. А, мы вернулись. Не, нам теперь вниз спускаться будем. Так. Опа-на. Там кто-то лындает. Мужики, выходите, мы свои. Никого. Там в подвале. Так. Халэл боу. Давай, гаси. Я просто не фонарик я буду как, хотел забрать. Как ученый ваш. И куда? Так. Сюда, наверное. Давай открываем. Во. Ух ты, блин, шикардос. Ты чё, жирный Фредыш, кис? Я в тюрьме появился. Какой тюрьме? Тут тюрьма есть. Блин, давай к тебе сейчас. Давай. Димас, ты в тюряге. И ты теперь в тюрьме. А что надо здесь делать? Давай побираться. Удалять двери надо, как всегда ты это делаешь. А как ты сюда попал? Залетел, что ли? Не знаю, я просто умер и здесь возродился. А, мы сюжетку типа сделали? Автоматически преступником стал, короче. Так. О, я сломал эту дверь. Это си... Ты чё, Фредди, машину угоняешь, лоб? Угнать хотел. Залезал уже в окно. А ну можно открыть здесь двери? Ого, а тут тачек у них. Тачек. Вот это реально полицейский участок. Прям такой богатый. Прям круто. А-а, закрыто. Да. Cool. Крутая газировка, что ли? Не ломается, да, Димас? Не хочешь. На тебе! Смотри, какой дерзкий. Димас, беги! Ух! Не повезло? Успел, походу, ты его ликвидировал в последнюю секунду. Нажимаем, закрываем. А, я помню, мы от замоков убегали, а потом закрывали дверь, чтобы они к нам не ворвались сзади. Нифига себе, карта длинная. Ага, давай в трансформаторную зайдем. Так, нажимаем, здесь... пацаны, все кнопки. Тоже. Вот, не... может что-то надо вставить сюда, найти, Диман, синенькую. А, надо еще один этот клапан, или что это? Давай поищем. Пробка электрическая. Да, пойдем в пробку. В жопу встань. Надо искать. О, нашел, Димас. Идем обратно. Сейчас ставим. А я, кстати, помню эту миссию. Ставили. Красава. Опа, все заработало. Электричество дало, питание. Дали. Питание пошло по всему вокзалу, так сказать. Погнали. Так, лифт. Мы вызываем лифт. Он едет? А это вообще лифт? Не, Димас, мне кажется, это не то, что нам нужно. Давай обратно. Сюда? Вот, давай вот это удалим. Во. Ништяк. А как бы мы проходили, если не удалять? Ну, это не для нашего ума, Димас, дело. Так, я нашел карточку. Во. Это уже неплохо. Ах ты жлоб, пошли. Давай дальше. С карточкой намного лучше. Такая толпа идет. Терминатор, Спанч Боб, охранник и Бенди. Да, прикольно. Так, идем дальше. Опа. Мужики, отвалите от нас, мы добрые. На! Да. Робби вообще терминатор еще тот. Всех убивает. Будешь пацанов убивать. Так, блин, а карта здоровенная. Офигенная. Не ожидал, что она такая будет. Здоровенная. И про... О, давайте ломать компьютеры. А стекла я хочу ломать. А, не ломаются. Ладно, горшок тогда поломай. Все, что смог поломать, это горшок. А, ну я еще телефон поломал. Газету не могу. Банк поломал. Так это мы разрушители. Крушители. Знаешь, что прикольно ломается? Папки с этими папками. Чего? Сказал говно какое-то. Так, сюда. Дальше. Так. Ну это открывается таким путем. Мы тут были? Нет, мы не были здесь, кстати. Вот это тоже, Димас. А, мы к главному ходу так возвращаемся. А, лестница на второй этаж появилась. О! Вот оно что. Ну я ж помню, наверх надо. Блин, теперь мы можем на втором этаже тусоваться. Круто. Ничего себе, она длинная. Мы ее пройдем. Вон там можно зайти, Димас, смотри. Иду. Тут, короче, с другой стороны дверь открылась, я вижу. Так, а чё это, мы вернулись? О!
Ого. Фредди навалил появился. Ему. Еще один. Серега, давай. Еще один. Только этот уже забавился. Терминатор. Что ты, Димас, добиваешь лежачих, а? Так, мы тут лежачих. Были только что. А ну, по идее, возвращаться теперь назад, Димас, понял? А, ну пошли. Вот. Ого, тут воды. Видишь, плещется все. А-а-а, Кэт Макс молодец. О, Димас, мы прошли. Вот это она такая длинная. Представь, если бы ты двери не удалял, мы только в середину прошли. Resident Evil 2, смотри, даже постер есть. О, секретная комната. Секретки какие-то. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.